Она моя, в горе и радости, моя мать. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари, говорят, ты сияй. Говори, позари. Меня зовут Вероника. Я художник. Я училась в маленьком сибирском городке. У меня был прекрасный преподаватель. Она научила меня многому. Технике живописи, смешению цвета. Сейчас я знаю много о художниках современности и художниках прошлого. Все это я использую в моей практике. А здесь у меня чердак. Там самое творческое место. Мало так мало осталось нормальных девчат. Здесь хранятся холсты. Здесь находятся чистые холсты и многие работы на сушке. А это подготовленный холст для будущей живописи. Вы видите первый слой цвета. Сейчас он сушится, но скоро здесь появится шедевр. Здесь хранится большой запас красок. Сейчас я готовлю палитру для живописи. На моей палитре вы видите теплую цветовую гамму. Она состоит из оттенков желтого и красного. Сейчас я работаю над копией картины фламандского художника «Девушка с жемчужной сережкой». На самом деле название этой картине дали галеристы, потому что при жизни художника картинам не давали названия. А это этюдник, он очень тяжелый. Но я его беру на этюды. Это коробка для хранения кистей и красок. А здесь я креплю холст. Сегодня я преподаю рисование детям. Мы рисуем на улице, как говорят художники, на пленэре. Чтобы подготовить картину к выставке, ей необходима рама. Я выбираю белый цвет рамы для этой картины. На картине нужно делать крепеж. Это обязательно, чтобы повесить ее на стену. Я делаю подпись. Это один из самых важных моментов картины.